Эй, пацан, скажи лук. По лбу стук. Не бойся. Я твой папа, я знаю, что я делаю. Я хочу тебя всего лишь постирать. Ты грязный, у нас просто кран не работает в ванне. Ну, ты постирайся, хорошо? А, тебе весело, видишь, это весело. А, в смысле? Трусы убежали. Я не заказывал говно с Алиэкспресса. Вы что, охренели? Краснодара на Алиэкспресс. Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей Плей, и сегодня мы с вами, ребята, будем смотреть новое обновление в Малыши в желтом, да. Будем смотреть новое обновление, да. Потому что вышло оно 23 мая. Это было давно. Мы все время как-то с вами с запозданием смотрим обновления или новые игры. Как, например, Poppy Playtime или KNAF 2. Ну, как бы так как-то получается. У меня времени нету пока что. Во-первых, потому что каникулы. А что нам нужно делать? Нужно отдыхать. А я как бы не могу отдыхать, потому что мне же надо снимать ролики. Ну и как бы вот как так. Короче, ладно, все. Все остальное в сторону. Сегодня у нас обновление малышей в желтом. Погнали. Ночь 1. Погнали. У меня сопли небольшие, так что... Так, все. Управление, все зашибись. Так, здорово, мелкий. Обновочка-то тут есть, не? Какая-нибудь. А, я могу выйти? Нифига себе. Так, выход. Могу что-нибудь открыть? Может, нет, все заперто. Так, вы что мне лето забаррикадировали, блин? Алло! Харчо? Так. Закрыто для обслуживания. Зашибись. Ладно. Раз закрыто, так закрыто. Окей. Погнали с малышом здороваться, приветствоваться. Привет, пацан. Чё, как? Не обосрался, не? Нормально? Так, бутылочку в холодильнике без проблем. Погнали. О, нифига себе. Тут даже продукты всякие добавились, прикинь. Эй, хочешь персик? Хочешь? Помидорку. Лови. Я ему помидор в лоб зарядил. Подожди. Ты чё? А, ты его съел, что ли? А, ладно. Хочешь? Не, смотри. Если издали посмотреть, ну реально, у него башка как яйцо, я тебе отвечаю. Чё тебе? Я же тебя всего лишь яйцом кинул. А огурчик хочешь? Держи. Сыр хочешь ещё? Держи. А еще вот помидорчик есть. Еще один помидорчик. А вот гриб. Гриб хочешь? На, держи. А лук? 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 Эй, пацан, скажи лук. По лбу стук. Красава, так, окей. Так, томат мы брали, фигня. Как бросить, все. Я хочу кусок ветчины. Бабам. По лбу прямо, ладно, все. Давай не будем прикалываться, на, держи. Жри свое молоко, говно, и погнали. Отнестите малыша, да-да-да-да-да. Тут длинно как-то, ладно. Окей, погнали, трусы. Так, здорово. Я так и знал, что тут будешь. Так, погнали спать. Да куда ты? Где? Господи, ты что в космос запустился, идиот? Погнали спать. Это что? Это что? Да, блин, муха, уйди, а. Опять мне мешает. Ты дурак, что ли, нет? Кто телек включил? Так, стиралка. Чё, может, нам постирать его, а? Он какой-то грязный. Да не волнуйся, не бойся. Я твой папа, я знаю, что я делаю. Я хочу тебя всего лишь постирать. Ты грязный, у нас просто кран не работает в ванне. Ну, ты постирайся, хорошо? А, тебе весело, видишь, это весело. Ты как американские горки, как колесо обозрения. Вывалился просто кубарем оттуда. Чё ты с глазами, ты идиот, что ли, наркоман? Окей, погнали. Все, сболтыхнись. Нормально будет, все, красава. Так, уложите спать, погнали. А, свет выключить. Чего, найдите книгу сказок, сядьте. Зачем? А вот кошка. Ну, погнали, почитаем. Так,
В далекой стране за океаном с темными звездами, где был... А, вы читать будете за меня, да? Или это я читаю так? Ладно, хрен с тобой, все. А, все, вырубился? Мелкий вырубился. Все, спокойной ночи. Так, уйти и закрыть дверь. А что, света не надо выключать? Окей. Муха, уйди отсюда, ты заколебала меня жужжать тут по духам. Че у меня сопли-то, ёб твою мать. Так, все, сядим. Все, спокойной ночи, Андрей Плый. О, сейчас приснится мне 1 миллион. Твою ж дивизию, ты дурак, что ли? Мне там 1 миллион приснился. Прикинь. Чел. Что дверь от... Ёб твою мать, я испугался, подожди. Так, окей. Спасибо. Мелкий-мелкий. Ну, вроде бы все так же. Просто, ну, как бы все изменилось. Тут добавили даже что-то, какие-то возможности, да? Я могу его постирать, вот этот прикол. Я могу над ним поприкалываться, покидать в него помидоры, огурцы, что-нибудь. Чего? Положите в кроватку нужную игрушку. Какую тут? Плюшевую овцу, что ли? На. Ты что ее выпинул? Охренел, что ли? На, зайца. Да какой? Ты что тебе заяц-то не нравится? Ну, на, котика. А, котик тебе понравился. Ну, все, до свидания. Окей, погнали. Смотреть телевизор и отдыхать. Хорошо. Без проблем, как бы. Мы это умеем, мы это могем. Мы это знаем. Все, спокойной ночи. Все. Хорошо. Я тебя сейчас прибью, муха. Муха бойка или чем-нибудь. Или рукой мне вообще посрать. То в прошлый раз мне оса тут мешала. То в этот раз муха тут летает по духам. Так, все, погнали, вторую ночь. Возьмите бутылку в холодильнике без проблем. Да возьми ты. Где бутылка? Найти бутылку. Опять он спрятал ее куда-то. Ах ты собака сутулая. Где она? Бутылка где? А, вот она. Так, дайте ребенку бутылку. Привет, ты как тут появился? Тебя тут не было, слышь? Телепортатор хренов, блин. Так, отнесите малыша на пеленальный столик. Хорошо, на, лови. Так, трусы. А, в смысле? Трусы убежали! Отстань! Иди сюда, точнее, блин, не отстань, а иди сюда! Трусы! Трусы бегут! Отстань! Ой, не отстань, а иди сюда, трусы! Где они? Куда трусы? Трусы, вы чё, охренели? Стоять! Куда, куда, куда? Куда побежал, засранец? Сюда иди! Ха-ха, лошара! Сюда, добегался, лошара, все, погнали. У тебя что, глаза выросли, что ли? Ты наркоман тоже, как и мелкий. Зашибись. Так, ты дурак, что ли, нет? Ладно, погнали. Так, это наша комната, да, типа? При опасности разбить, хорошо. Так, дверь не открывается, а это что? А, это просто будильник, окей. А что, сейчас час ночи, что ли? А что тут? Я кого рисовал? Каких-то демонов, окей. О, душа какая-то там. Хорошо. Все, давай спать. Спать давай, все, спокойной ночи. Да опять книгу читать, ё-моё. Жил-был принц на белом коне. Он обосрался и что-то там убежался. Ты чё такое? Чё, покачать? Положите в кроватку нужную игрушку. Так, окей. Давай, кот, на, иди. Да в смысле, тебе чё, уже кот не нравится? Давай, заяц. Вот, видишь, заяц понравился. Так, читайте дальше, хорошо. Так, значит, на чем я остановился? Так, точно. А был кот.
или кто-то там. Он, короче, обосрался и что-то там испугался, побежал от какого-то хрена с глазами летающими и все, и сдох от всего хорошего. Все, до свидания. Крутая сказка. Я бы послушал дальше. Да. Так, все, спать, отдыхать. Кто еще? Я не заказывал говно с Алиэкспресса. Вы что, охренели? О, тостерница. Зашибись. Положите коробку на стол. Так, окей. Алиэкспресс на этот раз чудит. Хотя я говно, конечно, заказывал. Ну ладно. Без проблем. Можно было и тостерницу заказать. А кто заказывал? Это мелкий, наверное, заказал, нет? Походу, что он заказал тостерницу. Он такой собака сутулая, потому что... А, сейчас день третий будет, да? Хорошо. Давайте. Так, все, давай. Ночь три, погнали. А, ночь три, а не день три. Я что, с ним ночью только сижу, что ли? Как ФНАФ, что ли, или что? Так, опять смотри телевизор, ты заколебал. Да иди ты в жопу, а! Укачать опять его там. Чё тебе надо-то постоянно? Чё? Всё, до свидания, пошёл там. Сиди, сколько влезет тебе. Так, пойди, найдите, что поесть. Может быть, сырный тост, хорошо. Так, чё такое? Кто яйца пуляет тут, кроме меня? Фига себе, он рисунки рисует. Это он? А, стоп! Какая-то типа пасхалка, да? Так, окей, возможно, пригодится. Так, сырный тост делается из сыра, хлеба. И еще раз хлеба. И закрывается. Да в смысле? Что вы? Укладитесь нормально-то. Что? Это сырный тост моего приготовления. Классно, я думаю, выглядит. Так, опять начинку, да? Может, с помидорами? Нет. Мне кажется, с помидорами было бы лучше. Двойной сыр и двойной хлеб, да? А, нет, хватает. Ну, окей, я сейчас... Чё за хрень? Кто опять всю комнату изговнякал? Вы охренели, блин, или чё? Хорошо. А где малыш? Где малыш? Малыш! Ты где? Ты чё, заперся, что ли, там? Ты охренел, что ли? В смысле? Это что? Ключ к тайнам? Ключ! Это что? Это что за нахрен? Что это, мать его, такое? Это я где? Это что? Я где, в смысле? Я сейчас в шоке. Синие лапки, что это? Подожди. А, это кот спящий, да? Привет. А приближается черная кошка где? Где она? Будет в 2022 году? Какая-то черная кошка? Так, окей. Что это за нахрен вообще? А что за трещина? Окей. Так, подожди. Это какой-то намек. А, это намек просто на следующее обновление, походу, да? Так, малыша я так и не нашел. А бутылочку у нас там. Пипец, что можно сказать еще? И как мне... Я туда не пойду. Ни в каких обстоятельствах туда не пойду. Потому что это ненормально. Если я туда пойду, а я это сделал, то мне кобздец, да? Ну, я ж тебе сказал.
Я где вообще? Это что за лабиринт из холодильника? Вы что, охренели, что ли? Я где? Что за лабиринт еще? А, ну он был не очень сложный, но окей. И на этот раз я где? А, я вышел из той комнаты, подожди. Скоро лифт, может, работать будет или что? Хватит уже, может. Да куда бутылку обронил? Погнали. Слышь, не рычи на меня, скотина. Я тебе сейчас бутылкой по лбу дам, слышишь? Вообще уже оборзел, засранец какой-то. Окей. Все, иди жрать куда-нибудь. Ты меня заколебал. А-а-а, что? Это что за говно? Что тебе надо от меня? Твою ж дивизию! Ты дурак, что? Куда? Что? Что происходит? Что? Что происходит, в смысле? Алло? Что это? Разбить защитное стекло наверху. Так, ладно, иди в жопу тогда. Где защитное стекло? Что тебе надо? Вот это? Где ты, слышь, засранец? Успокой малыша, хорошо. Иди сюда, я тебя успокаивать сейчас буду. Все! Угомонись, порося. Все, засни и спи. Так, отнеси малыша в туалет. Так, окей. А, мне его смыть теперь надо, да? Что это? Ну, я отнес, и чё? Что дальше-то? В смысле? А, уложите малыша. Я его в туалете буду уложить, да? Ну, спи. Так, что происходит-то? Чего надо? Уложите малыша, погнали уложить. Ты наркоман или чё? И что? И что мне твоя книжка? Стоять! Стоять, не двигаться! Сосочник, козявка! Я в твою бошку залез. Я буду думать, как малыш. Я где вообще? Я в башке его, да? Офигеть! Я малышом стал. Ну, нифига себе. Все. В кроватку нужную игрушку. А. Ну, на тебе барана. Найдите книгу сказок и сядьте, хорошо. Ну, давай продолжать читать твою билиберду. И дальше этот говнюк выбрался. И обосрался. Вы чё, охренели? Слышь, убери свой трон! Куда ты его сюда поставил? В комнату? Ты дурак, что ли? Что это такое ещё? Вы, блин, издеваетесь надо мной. Что ты творишь вообще? Ты наркоман! Доброй ночи! Да спасибо большое! Блин, это было долго. Я не ожидал, конечно. Прикол. Вообще класс. Прикольное обновление, мне нравится. Побег доступен. Иди за белым кроликом и убеги от ебё... Ладно, все. Ребята, короче. Продолжение будет в следующей серии. Прохождение этой игры. Мы с вами прошли 3 ночи. В следующей серии мы будем убегать от этого малыша. Это будет жопно, будет жестко. Поэтому, ребят, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик.
Сейчас, подождите, сопли. Нормально, говорить из-за них не могу, блин. Ладно, все. Всем удачи и всем пока-пока.